фактор правильного питания. Пить достаточное количество, не менее 2 литров в день. Питьевой негазированной воды. Хорошо пережевывать каждый кусочек. Ограничить меню одного приема, 4 блюдами максимум. Делить свой дневной рацион на 4-5 маленьких приемов пищи, вместо 2-3 больших. Есть разнообразную пищу. Есть свежеприготовленную пищу. Есть натуральную пищу. Не употреблять или минимизировать употребление вредных продуктов. Майонез, кетчуп, фастфуд, алкоголь. Есть больше клетчатки, фрукты и овощи в свежем виде. Понравилось видео? Ставь лайк, подпишись на канал. До новых встреч!